Я отношусь к цивилизации эльфов, и сейчас вам немного о нас расскажу. Эльфы – это существа в германо-скандинавской мифологии. Эльфов еще называют альвами. Это красивые, голубоглазые и светлокожие существа, чаще всего с длинными светлыми волосами. Мы любим носить различные головные уборы, такие, как вы видите на большинстве фотографий, а также разные красивые ушные серьги и колье. Мы любим необычные одежды, как правило, это платья или короткие костюмы в таком красивом фэнтези-стиле. Таких, как мы, очень мало. Нас всего 1% из 100 обитателей этого мира. Мы берем свое происхождение с древнего острова Авалон, где жил король Артур. Если вы введете в поисковике слово «остров Авалон», то сможете увидеть наших обитателей. Когда люди встречают настоящего эльфа, они впадают в небольшой ступор, потому что у нас очень пропорциональное красивое лицо, а также тело, длинные ноги, тонкая талия, хрупкое телосложение, большие голубые глаза. Все это смотрится нереальным и кажется людям искусственным. Им непонятно, как могут существовать настолько совершенные люди, поэтому у многих людей такая внешность вызывает зависть и даже ярость. По характеру эльфы очень добрые и творческие люди. Они постоянно занимаются разным творчеством, рисуют, поют, танцуют, создают музыку и так далее. Я, например, являюсь певицей, и у меня собственная линия косметики и линия одежды, потому что творчество – это основной посыл моей энергетики. Эльфы всегда выглядят как бы не от мира сего. У них совершенно отличается стиль одежды, чаще всего это ретро. Мы любим разные фэнтези-образы, поэтому среди эльфов часто встречаются девушки-косплеерши. При помощи макияжа, одежды и украшений мы часто воссоздаем прошлые миры, в которых мы жили. Эльфы на короткой ноге с животными и духами растений. Нам очень близка магия друидов, поэтому мы отдаем предпочтение природе и любим с ней сливаться. Эльфы очень много времени находятся на природе, потому что мы и природа – это единое целое.